Арест Ахры Авизбы 5 марта 2021 года пришло первое сообщение. Донбасского командира Ахру Авизбу, более известного как Абхаз, задержали в Абхазии. Об этом сообщил известный военкор в своем телеграм-канале. Это событие произвело достаточно сильное, да, волнение в информационном поле. Появились заявления, например, движения Захара Прилепина в связи с арестом в Абхазии Авизбы, позывной «Абхаз». И там было обращено внимание на то, что это незаконно, что это не предъявлено никаких обвинений, что это гражданин России. В обсуждение этого инфоповода, этого события включились телеграм-каналы, которые показывают, ну, в общем-то, в одном ракурсе, что это все незаконно, что это антироссийская деятельность, что это все направлено на подрыв и так далее, и так далее. И в целом у людей может сложиться впечатление, что таки да, героя, ну, прессуют очень сильно и незаслуженно. И, собственно говоря, вот в эту информационную качель включились очень многие люди, понятное дело, имеющие отношение к непризнанным территориям, а это ДНР, ЛНР, Абхазия. И, в общем-то, все обсуждение сконцентрировалось на уровне местных кланов, на уровне борьбы за власть, на уровне того, что люди, какие-то люди кому-то неудобные. И мне показалось, что вот в этом месте надо дать пояснения относительно того, как это, собственно говоря, на более высоком, надстрановом, да, и надтерриториальном уровне выглядит. Ну, во-первых, нужно обратить внимание, и в голосе МГБ есть большая пространная статья о том, как Ахра Авизба в ноябре 2017 года, да, участвовал в государственном перевороте в ЛНР. И, собственно говоря, эта статья, она рассказывает о том, что есть определенные силовые структуры, специализирующиеся на силовых акциях на непризнанных территориях. Давайте вот этот момент запомним. Что такое непризнанные территории? Они все находятся по периметру Российской Федерации. Они все в той или иной степени завязаны на Россию. Приграничном, в режиме паспортов, в режиме гражданства, да, в режиме влияния, родственники живут и так далее, и так далее. То есть влияние непризнанных территорий на Российскую Федерацию огромное. И вот в этом месте мы с вами можем вспомнить, да, западную стратегию, которая заключается в создании огромного количества военных баз по периметру Российской Федерации. И главный тезис, который называется «поджечь границы России», «дестабилизировать обстановку на границах России». И вот если посмотреть вот с этой точки зрения и понимать послужной список Авизбы, да, который участвовал непосредственно в силовых акциях, связанных с государственным переворотом, то вполне складывается картина того, что именно из России пришла информация о готовящихся силовых акциях в Абхазии. Естественно, абхазские власти, поскольку это в их интересах, эту информацию приняли и реализовали. И дело здесь идет совершенно не о том, что одни кланы, например, на непризнанных территориях хорошие, а другие плохие, за кого-то надо вписываться, за кого-то не вписываться. Речь идет о глобальной игре, о геополитической игре, когда на кону стабильность на границах Российской Федерации. Сейчас любая дестабилизация в это сложное время, и коронавирус, да, и переформатирование силового блока, и, собственно говоря, постановка на власть администрации Байдена, да, активизация силовых акций со стороны Запада на той же Украине. Все это вкупе создает необходимость того, чтобы наши силовики, Федеральная служба безопасности, отслеживала любые движения граждан Российской Федерации, прежде всего, а Авизба — это гражданин, для того, чтобы точечно купировать любые попытки дестабилизации. Граждане России, они могут быть движимы совершенно разными мотивами. Они могут, например, бороться за власть, поскольку являются активными и амбициозными. Они могут быть использованы для других целей, им-то рассказывают их мотивацию, да, и они могут побежать за морковкой там в одном из направлений. Но в любом случае, поскольку непризнанные территории создавались не без участия наших западных партнеров, причем и впрямую, и в косвенно, да, и созданием военных конфликтов, в результате которых выдавливались определенные территории и создавались территории спецопераций, да, и непризнанные республики, там обязательно есть след западных спецслужб. Так вот, чтобы
эта ситуация по дестабилизации не была использована нашими западными партнерами, информация была реализована, и таким образом Россия пытается стабилизировать свои границы. Я вообще думаю, что в ближайшем будущем или в каком-то будущем непризнанных территорий на постсоветской территории не останется вообще. Это важнейший аспект завершения 30-летних непоняток с моей родины. И я на вот эти вот события смотрю с надстрановой и страновой, да, в большом смысле, глубины, да, и пытаюсь анализировать ситуацию вот так. Поэтому предлагаю всем выписать на листочек мотивацию и причинно-следственные связи именно с этого уровня, прочитать это несколько раз и запомнить, что такие мероприятия не делаются только на уровне межклановых состязаний, межклановой борьбы на региональном уровне. Там всегда есть согласование, там всегда есть целеполагание и точечное купирование любых угроз для Российской Федерации с точки зрения западного лозунга «поджечь границы России». А сейчас хочу вам показать фрагмент из крайних реальных итогов, в которых я хочу подсветить деятельность еще одного гражданина Российской Федерации. Ну, дело в том, что участник трехсторонней контактной группы от ЛДНР Мирошник, Родион Мирошник, он, безусловно, как управленец, в первую очередь получал паспорта гражданства Российской Федерации. И вот что делает другой гражданин Российской Федерации. Именно с точки зрения поджечь границы России. На прошлой неделе глава Евросовета в Украине Шарль Мишель сделал официальный визит в Киев и даже посетил Донбасс. Он посетил прифронтовой город Счастье и там сделал ряд знаковых заявлений. На пресс-конференции заявил, что, к сожалению, Россия не ответила на те политические позитивные шаги, которые сделала Украина по выполнению Минских соглашений. Именно поэтому наши экономические санкции против России остаются. Россия является частью этого конфликта, а не посредником, заявил Шарль Мишель. Обратили внимание на ключевой тезис? Россия – это сторона конфликта, а не посредник, хотя в Минских соглашениях записано совсем другое. Россия отвечает за политические действия ЛДНР, а Европа отвечает за политические действия Киева. И вот эта подмена, превращение России в сторону конфликта – это тренд европейской политики. Но самое интересное не это. Практически синхронно Шарлем Мишелем представитель ЛДНР Родион Мирошник призвал Россию защитить ЛНР и ДНР. Если Москва сейчас не встанет на защиту Донбасса, Киев так и будет действовать подло из-под тишка, нанося удары по слабому населению региона, заявил участник трехсторонней контактной группы от ЛНР Родион Мирошник. Он отметил, что Россия всегда считала себя центром русского мира. Но мы помним, русский мир на Украине учредил олигарх Виктор Медведчук. Однако этот высокий статус необходимо подтверждать на деле, а не на словах. Помним, Шарль Мишель сказал, Россия – сторона конфликта. Что Мирошник делает? Он призывает Россию стать стороной конфликта. Однако этот высокий статус необходимо подтверждать на деле, а не на словах. Пока же Донбасс слышит от РФ только обещания, которые не выполняются, что совсем не в традициях великой России. Мирошник призвал Россию не ждать полномасштабного наступления Украины на республики, так как его может и не быть. У Киева недостаточно сил, чтобы атаковать Донбасс, поэтому он будет продолжать такие вот обстрелы, убивать из-под тяжка мирных граждан. Российское вмешательство помогло бы это предотвратить и превратило бы Россию в сторону конфликта, как это хочется Шарлю Мишелю. Мне на фоне вот этих всех призывов, а помним, недавно был форум «Русский Донбасс», да, «Россия, матушка, забери, вмешайся и стань стороной конфликта». Вам не кажется, что заявления разных людей в России, на Украине, а также в республиках, это синхронные акты, которые делаются по команде европейских и западных кураторов для того, чтобы усилить присутствие Европы и Америки на Украине, сделать Россию стороной конфликта и таким образом затянуть эту войну на десятилетия. То, что война на Донбассе является прокси-войной, то, что она проект СБУ,
И мирошники, все остальные – это представители партии регионов. А некоторые представители этой партии регионов сейчас в Киеве, ну, ратуют за войну с Россией. Да? Это политический договорняк. Это делание вида, что это война с Россией. И я в этом смысле вообще не понимаю мнения отдельных политологов, что типа государственность ЛДНР должна распространиться на всю территорию Украины. Какая государственность? На основании каких нормативных актов? Если это прокси-война, а на минских переговорах на документах написано, что ЛДНР – это территория Украины. Она является частью всей Украины, а система управления с учетом партии, бывшей регионалов, да, является частью системы управления Украины. Какая государственность ЛДНР, если это тоталитарные режимы, находящиеся в виде серых офшоров и стиральных машин, занимающихся контрабандой, подконтрольных службе безопасности Украины, которая синхронно с заявлениями Шарля Мишеля делает свои заявления для того, чтобы превратить Россию в сторону конфликта. Россия-то на это не отреагирует. Высшее руководство уже неоднократно делало по этому поводу заявление. Но мирошник Шарлю Мишелю накидывает пас. И вот эта ситуация с непризнанными территориями, с гражданами России на непризнанных территориях, которые способствуют западному тренду поджечь границы, втянуть Россию в конфликт, сделать ее стороной конфликта, мне кажется, что именно вот с этой точки стартовой нужно анализировать все события на непризнанных территориях. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу.